Здорово, народ, меня часто спрашивают о том, как можно заработать денег, как можно заработать голду. И в этом видеоролике мы об этом с вами поговорим, о всех способах легального заработка. От самых хороших до самых, ну так сказать, неуспешных и пустая трата времени. У микрофона Готика Сократ. Погнали! Безусловно, хочу упомянуть наших спонсоров. Хантер, Стэнли Магуайр, Малиновая Вафелька, Гай Фокс, Василий Дикий, Микит, Иван Next 64 Рус, Руслан Винчестер, ну и, конечно же, Алексей Котов и Вовка СПБ. Спасибо большое, что поддерживаете наш канал спонсорской подпиской второго и выше уровня. Спасибо. Давайте рассмотрим самый доступный способ, который доступен абсолютно всем, и он открывается по мере вашего развития в игре. Вы получаете бонусы за прохождение тех или иных задач внутри игры. Вы выполняете какие-то моменты, поручения или еще что-то, а после чего заходите в прогресс, смотрите там во все вкладки, а после чего обнуляете прогресс значка и получаете 0.4 голды. Более того, это можно делать 10 раз фактически на каждом значке. Есть значки, которые нельзя обнулять, а есть значки, которые можно обнулять. Обратите на это внимание. Может быть, у вас, как и у меня, я специально это копил для того, чтобы это показать на ролике, а обычно я это делаю постоянно. Обнуляю прогресс значка. И таким образом вы сможете зарабатывать по 0.4 голды. Самый простой способ — это, если у вас есть деньги, но нету голды, купить у мадам Назар цветы, подойти к травнику и продать эти цветы. Вы тем самым получите прогресс значка по продаже цветов травнику. И обнулите его, и получите 0.4 голды. Вот такой вот хитрый способ. Но это просто как пример, соответственно. Не основной, а как пример. Проверьте, пожалуйста, шкалу вашего прогресса, ведь там уже может быть у вас целое состояние скоплено. А вы об этом даже и не знали. Безусловно, один из увлекательных способов заработка голды и денег — это сбор тайников с карт сокровищ. Карт сокровища можно получать за главарей банд, можно находить на деревьях, обычно ночью они еще подсвечиваются фонариком, да и в принципе за разные игровые активности вы также можете получать эти карты. После того, как вы ее активировали, появляется мини-задание на поиск сундука. Обратите внимание, что искать сундук, когда вы к нему приблизитесь, он будет ярко-желтого цвета на карте. Другие сундуки, которые находятся в пределах этой зоны, могут быть читерские. Открыв их, вы получите какую-то фигню, в том числе и деньги и золото в огромных количествах. Будьте бдительны. При сборе обычного сундука вам может достаться от 0.7 голды до 2 единиц голды и от 100 долларов до 200 долларов. Ну и какая-то еще ништяк, типа там жвачки или еще что-то. Все это вы получите с одной карты сокровища. Будьте внимательны, всего в инвентаре может быть 29 карт сокровищ, после чего они перестанут к вам добавляться в инвентарь. Вот это внимательно очень. Дружище, обрати внимание на ролики, которые уже есть на этом канале. Полные обзоры на все, что есть в Red Dead Online. Профессии, оружие, крафт, новости, моды. Да все, что угодно. Даже смешные озвучки. Все есть на канале Готика. Еще одним интересным способом и увлекательным для заработка денег и голды являются события свободной сессии. Будь то торговый путь или еще какие-то царь горы. За них вы получаете 0.24 голды. Мелочи, а приятно. Выигрывать в них, кстати, не обязательно, но тем не менее, они очень разнообразны, подойдут на любой вкус и цвет, как PvE, так и PvP активность. Еще не менее важный способ заработка голды — это роль охотника за головами. На моем канале есть обзор на всех 10 легендарных преступников, какие самые крутые, какие легкие, какие сложные. Обратите внимание на этот ролик. Более того, самый интересный момент, что за них вы получаете также голду в огромных количествах. Может быть, то не легендарный, а обычный. Но для этого надо будет подождать 20 минут перед сдачей. Это нудно, это скучно, однако это способ заработка голды, которым не стоит пренебрегать, если вы собираетесь покупать какие-то другие профессии. Обязательно их делайте. Более того, в игре существует еще такое понятие, как ежедневные дейлики.
Вы можете посмотреть о них, выбрать, какие вам кажутся легкими или нелегкими. Выполняя серию заданий, вы будете умножать с каждой недели получаемое золото за выполнение каждого из них. За первый промежуток вы будете получать 0,2 за каждое задание. И на самом последнем этапе, на третьей неделе, когда уже пройдет 3 недели, каждый день вы будете выполнять хотя бы одно задание, у вас множитель будет уже 0,5 за каждое задание. Более того, если вы нажмете Q и E, вы попадете во вкладку ежедневных заданий по ролям. То есть, выполняя, приобретая каждую роль, вы также сможете потом выполнять ежедневные задания. То есть, выполняя ежедневные задания на протяжении каждого дня, на протяжении 3 недель, вы сможете в конечном итоге зарабатывать по 6 единиц голды ежедневно. Заручиться терпением. И ни в коем случае не пропускать ни одного дня делик, иначе весь прогресс обнулится. Достаточно выполнить абсолютно одно задание, и все. А такой момент, что будет, если вы пропустили одно задание? Если вы пропустили, как я уже и сказал, прогресс обнулится. Будьте внимательны, выполняйте эти задания ежедневно. Еще одним способом заработка денег является прохождение сюжетных заданий. Но я бы не стал бы делать на этом акцент, так же, как и на роли торговца. Так же, как и на роли самогонщика. О них уже давно уже все сказано. И на моем канале есть роль, обзоры на эти роли и обзоры на эти задания, ребят. Так что будьте бдительны. И в любом случае смотрите ролики, которые уже были на этом канале. Заходите к нам в Discord. А расскажем, обучим онлайн. Очень высокая, отзывчивая администрация. Более того, самый интересный момент, что задания незнакомцев и все подобные игровые активности, будь то рыбалка, покер, охота и продажа ее скупщику, уже не актуально. Уже не актуально. С открытием игры, когда прошло уже 1.5 года и добавлены роли коллекционеры и так далее, есть куча способов заработка. Но основные способы заработка голды я постарался указать в этом видео, для того, чтобы вам было проще ориентироваться. Может быть, вы чего-то не знали, может быть, вы забыли вообще про обнуление прогресса шкалы способностей. И так далее. Поэтому для вас это была интересная информация. Ставь лайк. Будем еще подбирать для вас какие-то гайды, возможности и активности. У микрофона была Готика, Сократ. Удачи!